Всем привет, меня зовут Максим. Значит, недавно вы посмотрели видео, как я создавал вот этот вот диск. Это короткий альбом 2023 года группы «Руки вверх». Значит, вот, соответственно, у нас здесь три диска. Диск выглядит вот таким вот образом. С коробочкой я особо не стал, скажем так, глухаться. Вот, то есть я просто разместил название песен, чтобы они хотя бы были нормально видны, потому что если я сейчас начну здесь какие-то давать картинки, то, соответственно, не будет видно самих, скажем так, в названии песен. Вот, значит, диски, да, выглядят вот таким вот образом. Сейчас продемонстрирую, как это все отработает на Sony PlayStation 5. Вот, да, можно на Sony PlayStation 5 даже вот, скажем так, петь караоке, смотреть. Вот, значит, диск у нас вставляется. Вот, нажимаю воспроизведение. Так, ага. Это я уже просто здесь. Так, надо в меню выйти. Вот. Вот так вот выглядит меню. Значит, можно, естественно, переключаться с разными экранами. Всего 51 песня на каждом диске. Вот. Ну, допустим, вот сейчас вот 18 дней уже, допустим, я включу. Вот. То есть, таким образом это все будет выглядеть. Единственное, что я сделаю потише, потому что звук нам особо не нужен. Тут по звуку вы все равно мало что поймете. Вот. Но выглядит вот таким вот образом. Сейчас пускай промотают, чтобы титры пошли. Все, вот. Ну, собственно, так это все отработает. Вот. Вот. Значит, этот диск вы можете, значит, купить как в коробочке, так и получить ссылочку на него, чтобы скачать его с облака и записать самим. Вот. Отправляем по всему миру, то есть если вам надо куда-нибудь за границу, то также мы можем отправить коробочки, но лучше, конечно, если вы скачаете ссылочку и сами его запишете. На этом пока что все. В общем-то, заходите на наш сайт, потому что кроме этого диска у нас еще дисков 300 тоже есть нашего производства, в том числе короткие альбомы и сборники. Всем спасибо, на связи был Максим.